Всем привет! Меня зовут Елена Попова. Рада приветствовать вас на своем канале о флористике. И сегодня я хочу вам рассказать, как же нужно правильно замачивать флористическую пену. Поскольку поступает много вопросов, сегодня я вам не только расскажу, но и покажу этот такой простой способ. Поэтому, если эта тема интересна, оставайтесь со мной. Мы берем флористическую пену и опускаем ее горизонтально в воду. Выберите подходящую тару, ведерко для этого, чтобы оазис у нас смог полноценно погрузиться в воду, чтобы ему ничего не мешало. Мы опускаем его в воду и ни в коем случае не надавливаем, не утапливаем его. Он должен самостоятельно набрать столько воды, сколько ему необходимо. Если мы будем на него нажимать, то во флористической пене образуются пробелы и пустоты, которые не заполнятся водой. И таким образом цветок, который мы ставим в эти пустоты, не будет питаться водой. Поэтому важно, чтобы он самостоятельно наполнился, утонул, и тогда мы уже сможем с ним дальше работать. Нам понадобится буквально минута примерно, да, или 30 секунд, до минуты, чтобы оазис водой наполнился, не более того. Не нужно выжидать час, полчаса, как многие говорят, одной минуты в целом вполне достаточно. Видите, уже водичка почти заполнила нашу флористическую пену, и когда он станет темным, мы сможем его достать и уже создавать на этой пене композиции. Итак, давайте достанем. Он становится тяжелым. Убираем лишнюю воду. Она стекает. Давайте проверим, как он заполнился водой. Разрежем его по центру. И увидим, что внутри абсолютно нет светлых пространств, нет пустот. Это значит, что флористическая пена у нас подготовлена, и мы можем создавать на ней композицию. Надеюсь, что это видео будет для вас полезно, и вы будете правильно замачивать флористическую пену. Напишите мне под этим видео, какие темы еще интересны, на какую тему снять видеоурок. Ну а для тех, кто хочет прокачать свои знания по флористике на 100%, приходите на наш курс «Основы флористического мастерства», который совсем скоро начнется. С вами была Елена Попова. До встречи в нашем следующем уроке. Пока-пока!